Hyundai Sonata 2005 года. Пробег 362 тысячи 70 километров. С двигателем V6. Бензиновым. Кожаный салон. Деревянные вставки. На автомобиле будем менять АКПП. Старое АКПП падает в аварию, а также автомобиль трогается только с 1500 оборотов. Клиент привез с собой контрактную коробку. Вот она. Да, наблюдаем течь масла. Судя по цвету, это моторное масло. Течет, скорее всего, с полуподдона, либо с заднего сальника. Пока не знаем, но вскрытие покажет. Также замены требует гофра приемной трубы, что малая и небольшая. Для демонтажа коробки пришлось снять полностью выхлопную систему, также передние привода. Сейчас демонтируем подрамник. Усугубляется все тем, что машина старая, болты все заржавели, прикипели и очень тяжело откручиваются. Также кузов автомобиля деформирован, что также усложняет работу по демонтажу подрамника. Под задним сальником все сухо, течей никаких нет. Запотевания идут на стыке блока двигателя и полуподдона. Сейчас будем согласовывать. Если клиент решит переуплотнять, то переуплотним. Если нет, поставим АКПП так, без переуплотнения поддона. Для установки новой АКПП необходимо демонтировать шпильки со старой. Но так как они вросли буквально в алюминий, приходится их греть. АКПП поженили уже с двигателем. Установили промвал, новые сальники, подключили охлаждение. Сейчас будем собирать дальше. Так как снимали подрамник, необходимо сделать сход-развал. Была небольшая проблемка с датчиком скорости. Ее решили. Сейчас я проведу тест-драйв. Немного сечет глушитель, но клиент его пока ремонтировать не будет. Так как замена коробки тоже обошлась ему недешево. Так, в драйв перевели. Ну, машина, в принципе, едет уже хорошо. Педаль газа такая тугая. Так, реверс. Тоже работает. Так, сейчас выйдем напрямую, посмотрю, как она переключает. Мотор, кстати, очень приемистый, V6, конечно, чувствуется. Разгон очень хороший. Вот переключилась на вторую. Очень мягкое, плавное переключение. Коробка действительно живая, хорошая рабочая коробка. Но на подъемнике, когда мы ее поднимали, то есть она щелкала, в принципе, все передачи. Здесь, конечно, я не смогу разогнаться, чтобы, не знаю, тут четырехступка или пяти, но чтобы там до четвертой передачи даже дошла, просто не хватит места. Но в целом автомат работает отлично. Никаких пинков, рывков. Вот сейчас на драйв переключился с реверса, тоже все плавненько. Фрикционы не буксуют, вот педаль в пол. Да тут лужи тоже, боюсь людей обрызгать. Но едет неплохо. Неплохо. Моторчик хороший. И бы, конечно, задний, а лучше полный привод. И продольное, а не поперечное расположение двигателя, потому что морда перегружена.
конкретно. Попробую еще. А, вообще отлично. Супер. Просто супер. Вообще. Реально, вот сам кайфую. Хоть машина и не новая, достаточно ушатанная, недостаточно, а конкретно ушатанная, я бы сказал. Но едет неплохо. Так, ладно, буду ее парковать. Ну все, автомобиль отремонтирован. Без каких-либо сомнений можно выдавать клиенту. За машину не стыдно.